Вкратце. Ой, я даже не знаю. Смотреть с одной стороны очень хорошо, посмотреть с другой стороны тоже неплохо. Но тут как люди проголосуют, так и будет. А насчет объединения с Румынией, какое у вас мнение? Ну, я лично, мое мнение, как бы нет, лучше к России, чем с Румынией. А знаете, что нам Румыния помогает очень? Ну, я много. Знаю, что Румыния помогает. Также я знаю, что Молдова до сих пор в долгах больших. Угу. Но как бы Россия тоже нам дает, так как бы открывать границы, чтобы можно вывозить было товары, завозить то. Даже экспорт для Европы, мы экспортируем где-то... 5 раз больше уже в Евросоюзе, да, чем в России. Нам простым смертным помогаем мы сами себе. Мы идем работаем, ну, мы вот заработали, вот мы себе помогли. Нам не пришел ни с Румынии, ни с России вот кто-нибудь с Румынии, кстати, и сказал пришли... бы, например, нате вам помощь какая-то. Нет. С Румынии пришли, отремонтировали нам более 900 детсадиков за последние 4 года. Более 5000 студентов молдавских учатся и получают стипендию в Румынию. Ну, это кто в городе живет? Это помощь? Ну, это для тех, кто в городе живет. А есть приоритет для тех, кто живет в селах? Какие приоритеты? Закончить? Вот если они заканчивают лицей, у них приоритет в румынских университетах. Ну, почитаем, будем знать хоть. Что? Я не против того, чтобы мы вошли в Евросоюз. Но я не знаю, какова будет реакция остальных государств. Так, большинство людей не хотят вступить. Какова реакция других государств на то, как мы живем сейчас? Я 40 лет проработала учителем. Какая у меня мизерная пенсия? Вы посмотрите, этим алкоголикам, тунеядцам, которые не работали, не учились, ничего не делали, им дали минимальную пенсию, теперь им увеличивают, добавляют до нашей. Вот, нам вот ничего. Вы понимаете? Вот, вот. Я же грамотный, я математик. Я 40 лет проработала физико-математику. Я не считаю, что мы должны соединяться с Румынией. Вы знаете, мы должны быть особое, свое независимое государство. Я человек, я разбираюсь в политике. Угу. Я а по поводу инвестиций из Европы, которые они открывают многие фирмы. Drexel Mayer, например, в Бельцах, Лера в Унгенах, в Аргеве тоже. Если они не наносят экологический урон нам, я за. Despre unirea cu România ce părerea ca cea mai rapidă cale spre integrarea europeană? Не, ну, Румыния, Румыния, Молдавия, Молдавия. Я не в основном за Молдову, потому что, как бы, я вообще националист, потому что здесь родился. Угу. С Румынией и охота со всеми дружить, но... Какая ваша национальность? Вы русский или молдаван? А в Румынии как живут люди? Вот. Не так, как мы? Лучше, чем мы. Да я была когда-то, вот, была в Румынии, я видела, как там. Ну, когда я знаю, уже прошло лет. Много. Ну, сейчас... Я знаю, как там люди... Они... У нас уже было хорошо, а там люди... Вот. Раньше они жили, да, чуть похуже, может, чем где-то в городах, мы. Может, и хорошо живут, но... А сейчас вот они уже стали членом Евросоюза, и даже в селах они живут лучше, чем у нас. А про объединение с Румынией что думаете? Не знаю. Это хорошо для нас или будет плохо? Если, например, мы объединимся, и пенсии станут побольше, зарплаты? Не знаю, если станет. Они хотят объединиться с нами. Они не знают, что мы нищие. Они просто не знают. Они нам помогают. Я знаю. Вот для детей садики. Ну, вот такое. Я не могу за это. А по поводу коррупции у нас в Республике Молдова, что вы думаете? У нас индекс коррупции. Лучше не думать об этом, потому что голова такая становится. Везде и всюду коррупция. Везде. Начиная от села и заканчивая провинцией. Везде коррупция. Ну, а после мечта перед.